теплицы все чуть ли не падали, отдыхающих было мало. Сейчас, говорят, там уже, конечно, много сделали. Очень хорошо для восстановления. Мы там прямо так поставили сучки, сидели нормально там. Ну, долго держать никак невозможно там. Разве что подошвы ног немножко вот так это воде держишь. Мыли руки, у кого суставы болят. Суставы болят. Ну, вот в этой безымянке у меня в Волгограде там три домика. Домики на 5 человек рассчитаны. Главное дело не народу никого, то тих, спокойный, можно в Горячинский кейс найти источники. И 600 рублей было с человека. А сейчас все это уже неплохо. А вы платили сколько было ты уже? Вот в те-то времена 300 или 500, а 300, я не помню. 500. Трое суток мы еду взяли с собой, что вот так ели, чай пили, там все, и мылись, и купались. Я в этом Горячинске раз 10, наверное, отдыхала. Во все времена года. Раньше там еще было это Министерство здравоохранения. Да, да, да. Больничка называлась. Там это маленькое такое здание, одноэтажное, а сейчас там этих космонавтов лечат. Ну, там восточный центр восточной медицины. Ну, и, могу, есть, там есть. Кто хочет это, ладно, там может. Мне очень нравится. Хочет, сам горячий. Кто-то хочет что... проконтролироваться, пожалуйста. Да. Ну, просто да. Воздух мне это вообще... Это когда было? Это было сколько, когда? 4-5 лет назад, да? Ну, тогда... А вот нет, ну вот, вот и лето все. А вот год уже. И дальше и хорошо. И сейчас хорошо будет. Мои тоже ездили там чуть-чуть. Племянница. Там газовая плитка, все готовишь, сколько хочешь, можешь все. Вся посуда. Чистенько, свежий домик. Я так отдыхать не могу. Чтобы я себе варю. Готова. Так, пожалуйста, там горят шкаф, там полно. Салон сходить. А мы уже вареную все брали, мы чай пили, там разогревали чай и все. Нет, чай на, пили, на три дня можно. А зачем вот так вообще на себя? Там вот газовая плита, ну, все. Да, 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 все там есть. Мы с собой взяли покушать, ну, и все. Нормально было. Потом сходили в столовую, поели, если надо. Ну, конечно. Но у меня очень проблематичный внук. Изысканной пищу нехорошую и невкусную такую не будет. Вот все, что не положено, углеводы, там домашняя лапша, там позы, пельмени, ну вот такой пюре, которого тоже считается, что не очень-то. И вот с ним ездить, ага, это проблематично. Я ему нынче летом говорю. Вот если бы ты научился все кушать, мы бы с тобой уже на верхний берет съездили хотя бы отдохнули, да? Ну ладно, он стал супы кушать. Но супы не все. У нас сыренчик тоже такой. Только такое, ой-ой-ой. Не дай бог это, ну, попадет. Это твое воспитание. Почему? Я все ем. Я все ем. Нет, ты же его кормила. Ты все, как мы встречались, ты говорил, ой, у меня внук. Мне его надо встречать в школу, мне его надо кормить. Вот докормил этой домашней душой, пельменями, позами. Я когда Гале тоже, Гале пишу, она говорит, что, у меня времени нет тебе все сразу отвечать. А я говорю, что случилось? Она говорит, не надо вот это свалить, а потом она мне показывает. Она как внучек своих балует, она там им все стряпает, там что-то делает. Что-то это. Ну, у нее будет. У нее правильное питание. Утром каша. Это маленькая, даже ничего не ест, кроме каши. Утром, если я яйца сварю, там хватит это все время каши. А каши нету. Сегодня нету каши. Ну, я яйца не хочу. Бутерброд. Не хочу бутерброд. Кашу придется варить ей одной. Что все остальные согласны на яйца. В обед, суп. Суп. Все супы какие есть. Мы тоже кашу кушаем. Утром гречневая кашка, там или еще
гречичная, там, или шарбута, или это, и все с ягодками. Мы сейчас ягоды не варенье не делаем, мы замораживаем. С ягодками кушаем. Очень хорошо. И вообще нам полезно. Да. Клетчаткой вырабатывается, все и так далее. Там прочее. Там уроки. Ничего у нас. Брусника очень хорошо выросла. Ой, девочки, я хотела вас угостить немножко вот такими. Вы любите сагандали? Вот как я его отдаю? Ты что, хочешь заварить, что ли? Не, я вам еще насыпать. Я могу насыпать, ага. Вы можете маленький меню бургер, просто сесол хэт халу. А это что? Ну, трава сагандали. Трава. Всякая хвост. Ну, давай. Давай. Бесплатно дают. Есть немного, как его употреблять? Вот? Я говорю, зеханим лепесточек, немного не надо, головные боли. Вот, давай сюда. Заварить и пить воду, или эту самую траву есть. Почему траву есть? Надо пить. Пить? Давай. Что же? Так не выдержит? Выдержит. У меня одноклассница заказывает, я говорю... Так ты от нее-то не убавляй? Нет, много-много-много, я ей могу потом подвести, все бы так прям спокойно. Это, конечно, пахучая... Сагандали. И что мы пьем чай, да? Сразу отмените. Чай пьем, да? Да нет, хотел гурташу по самому-то, не сейчас, а... Не-не, дома. Ну, можно из него чаи делать, ну. Чаи, да. Я помню, на Ашане мы покупали. Да, на Ашане все время такое. Это у меня дело сыграло. А, у меня это... Ты с родины привезла? С родины привезла. Если вы сами в отличие, то вот я вот так... Это очень чисто. Конечно. Он сам собирал, так что... Куда я дам? А вас можете положить себе. Я, однако, файл достойно. Пока дают. А, давай. Нет, они обнаглели. Правда, файлы достают. Ну, а что? Нет, тебе нам... Сейчас тебе нам... А что сюда войдет-то? Сагандали. Пока дают, гадали. Пока дают, берите, потом... Нет, ой, а у меня файлы... Это же настоящее. Это можете, знаете, если вам очень плохо, можете вот это... Малет... Пока дает Галя берег. А где твой объем? Ну вот я пил. Гоя. Не, ну это вещь, конечно. Это вещь. Галочка, для тебя ничего не жалко. Только посмотри, что написано. Моя работа. Спасибо.